Городской бюджет в 2014 году увеличится на 25% по сравнению с текущим. Об этом заявил на очередной 19-й сессии Уральского городского маслихата Алтай Кульгинов. Также были подведены итоги бюджета за этот год и утвержден план работы на будущее. Что еще интересного обсудили депутаты на заключительной сессии уходящего года? Наши корреспонденты расскажут в следующем сюжете. Сессия началась с подведения итогов за 2013 год бюджета города, который составил более 600 миллионов тенге. В отдел образования было выделено 3 миллиона тенге, на строительство домов для очередников – 125 миллионов тенге, в том числе для молодых семей – 140 миллионов тенге. В 2014 году городской бюджет вырос на 25%. Утвержденный бюджет на следующий год составил 21 миллиард 837 миллионов 459 тысяч тенге. Из них 8,4 миллиарда – это республиканские и областные трансферты, а остальное – собственные доходы. Данный показатель был увеличен на 2 миллиарда тенге, так как вырос норматив отчислений по регулируемым налогам. Это все дает нам возможность реализовывать все больше проектов, направленных на развитие города, а также улучшение инфраструктуры городского хозяйства. В частности говоря, это решение социальных вопросов, продолжение работ по благоустройству города, а также ремонт инженерных сетей и дорог. Также на сессии было отмечено, что увеличился объем работы социальных объектов и благоустройства дворовых территорий. Завершено строительство спортивного комплекса в поселке Деркул, а также строительство скверов в Зачаганске. Депутаты отмечают, что половина городского бюджета затрачивается на социальные нужды. Еще предстоит много работы, и планы на будущий год весьма внушительные. Один из них – водопровод по улице Алма-Атинской, а также ремонт этой улицы. Мы планируем в первом полугодии отремонтировать водопровод, на который уже источник финансирования определенный, это через республиканские трансферты. Также будем изыскивать средства из местного бюджета на ремонт этой улицы. А также у нас есть ряд проектов, которые мы сейчас озвучим вам, которые будут проинформированы жители города. То есть у нас имеется конкретный мастер-план развития города Уральска. На сессии, где из 20 заявленных депутатов присутствовало 17, был заслушан доклад руководителя ветеринарного отдела, а также избран председатель очередной сессии, которая теперь состоится уже в новом году. Бибигуль Таужанова, Даурен Дисимбиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.